На федеральной автодороге Колыма из-за ливня размыло земляное полотно и разрушилась водопропускная труба. Это привело к полной остановке движения на участке. На место выехала дорожная служба, производится передислокация дорожной техники. В настоящее время начаты восстановительные работы. Также на месте размыва работают спасатели службы спасения. Они организовали пост для обеспечения безопасности людей. Со стороны Аймиконского района организована доставка продуктов питания и воды для обеспечения питания водителей автомашин. Со стороны Тампонского района в 20 километрах имеется функционирующий пункт питания. На сегодняшний день к месту разрыва стянута дорожная техника, бульдозер и два самосвала. При снижении уровня воды незамедлительно начнутся восстановительные работы. Вместе с тем на территории поселков Хандега и Теплый Ключ организованы места размещения, питания и медицинского обслуживания для транзитных пассажиров и транспортных средств. А именно, заключены договоры на предоставление горячего питания с индивидуальным предпринимателем Хаджеева и размещение с ГБУ горно-геологический техникум. О прекращении дорожного сообщения проинформированы службы ЕДДС Аймиконского, Татинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского и Алданского районов. Размещены объявления, вывешены аншлаги на паромной переправе всех прилегающих АЗС, шиномонтажах, кафе, магазинах по пути следования. Извещены все службы такси и грузоперевозчики, работающие на Аймиконский район и Магаданскую область. В непосредственной близости от размыва находится АЗС номер 26 КБМЕ Хандыгского филиала «Саханефтегазбыт» с достаточным запасом всех видов топлива и кафе ИП «Фетисов» с предоставлением горячего питания. Из Хандыги Нина Ханарова, НВК «Саха», Тампонский район.